Посмотрим, как можно собрать многотомный архив, созданный программой WinRAR. У нас имеется 6 частей архива одного файла. Выбираем первый наш том. Нажимаем правую кнопочку мышки. И в появившемся меню можем выбрать «Извлечь наш файл» в папку с названием нашего архива, «Извлечь наш файл» в текущую папку или просто «Извлечь файл». В этом случае мы попадаем в архиватор и можем произвести какие-то дополнительные настройки. Также можно запустить сам архиватор, выбрать часть архива и нажать на кнопочку «Извлечь». Мы опять попадаем в настройки. Сейчас мы производить никаких настроек не будем и нажимаем ОК. В этом случае файл будет собран в папке с названием нашего архива. Вот наша папка с нашим файлом. Видеофайл. Файл собран.